Всем привет! Итак, продолжаем облицовку камина крупноформатной плиткой. А кто не видел первую часть, заходите по ссылке. Ссылка в описании видео. После подготовки приступаем к укладке. Приобрел себе новую присоску для рифленой плитки. При возможности протестирую. Распустили плитку для откосов, но у нас пошло не так, как все надо. Плитка оказалась перепрессованной, и трещина пошла во все стороны. Такое впечатление, что в этом листе был удар при транспортировке, что трещина пошла в обе стороны. Хорошо, что она у нас по размерам подошла к другим откосам. Мы просто порезали болгаркой, и сейчас приступим к укладке. А вот и сам камин, облегченный и современный. А сюда будет заливаться экологически чистый спирт, скорее всего с какими-нибудь благовониями. И вот такая вот прихватка, для того, чтобы регулировать крышку. Далее вымеряем центр. Выпилили кусок плитки, чтобы понять, где закладные. И отталкиваясь от них, делаем разметку под камин. Все получилось так, как задумывали. Камин будет установлен четко посередине. Итак, пилим плитку под камин. И все удаляем. We'll be right back.
Камин устанавливаем временно, так как еще будут работы. Затираем эпоксидной затиркой. Друзья, продолжение и заключительная часть будет через месяц, так как мы ждем недостающуюся плитку. А также хотел вам посоветовать работы моего коллеги. Очень интересный контент. Ссылку на его канал я оставлю в описании видео. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.